Еще раз. Так, есть. Есть, и еще раз. Отлично. Да, это было несложно, совсем несложно, ребята. Так, и у нас 43-й, получается, беспорядок. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Нашему стикмену пробраться, вырваться из так называемых тюрьмы вот этой. У нас здесь, смотрите, лестница в небо. Задание такое, что нужно поставить вот эти вот штучки. Давайте попробуем, посмотрим, как оно работает. Так, а вот смотри, синенький. Так, синенький мы ставим вот сюда. Попробуем, не знаю, получится или нет. Так, теперь красненький. Ага. Ой-ой-ой, наверное, не так. Смотри, попробуем. Так, они отодвигаются. Вот как сделаем. Смотрите, ребята. Вот так вот. А теперь берем вот этот зелененький. Нажимаем на кнопочку. Так, хорошо. А ну-ка, двигается, нет? Ага, оно все двигается. Ну, ой, нормально. Все, теперь забираем ключик. Опля. Все, ключик мы забрали, открыли дверку. И теперь мы можем убежать отсюда. Есть, мы прошли этот уровень. Так, 38 уровень, оригами. Так, интересно, а что это за оригами? Ой, умер. Так, этот, значит, нельзя трогать. Тоже умирает. Давайте попробуем, значит, возьмем желтенький, наверное, попробуем первый. Давай попробуем первый желтенький возьмем. Так, вот я так думаю, что первый у нас будет желтенький. Не знаю. Ой, умер. Да, а может быть синенький первый? Давайте посмотрим. Так, наверное, первый синенький. А, нет. Может быть розовенький первый? А, был зеленый, смотри. Первый это у нас зеленый. Так. Потом розовый. Нет. А, надо посмотреть, смотри. Как интересно. Вот зеленый точно первый. Не, подожди. Я же выбрал, да? Я выбрал. Так, а ну-ка. Может быть, синий первый? Нет, и синий не первый. Так, все-таки первый желтый, ребята. Точно, наверное. Так, открываем, смотрим. Так, аккуратненько прыгаем. Точно, первый желтый, 100%. Так, сейчас мы быстренько подойдем, заберем его. Да, первый был желтый. Так, а второй, наверное, зеленый. Да, зеленый. Потом идет синий. Точно. А потом вот этот фиолетовый, наверное. Да, и этот розовый, хорошо. Так, главное, нигде не стукнуться нам, ребята. Так, а ну-ка. Опля, есть, открыли. Открыли, и теперь уходим домой. Ой, ну домой мы не попали. Мы попали в новый уровень, ребятушки. 39 уровень. Нажимай и управляй. А, это мы управляем, слушай, этим самым ключиком. Угу. Но сначала мы открываем шлюз. Так, и бросаем ключик. А, нет, смотри, надо так делать. Так, ключик сюда. А теперь ключиком будем руководить вот так вот. Так, сейчас попробуем... А, нет, смотри, нельзя его забрать. Ладно, отправляем его сюда. Так, опля. Чуть-чуть сюда. Ой, нет, смотри. А, нет, мы смогли, перепрыгнули его. Так, а теперь ключиком двигаем вправо. Вот, все, открыли. Ох, наконец-то. Ребята, мы прошли 39 уровень. И идем дальше. Ух ты. Посмотри, останови их. Так, ладно. Оп, первого остановили. Сейчас второй остановим. Так, второй и третий. Ой, хорошо. Так, сейчас попробуем. Сможем ли мы прыгнуть? Высоко достаточно-таки. Ой, ну, у нас получилось. Так, а здесь как прыгнуть? А ну... Ой, умер. Умер, ребята, умер. Вот так вот сейчас сделаем. Ой, нет. Наверное, слишком рано мы... Ай! Погиб. Так, этот здесь будет. Этот здесь. А этот вот здесь. Сейчас попробуем. Вот такой. Такой порядок сейчас попробуем. Так. О-о-о! Ребята, я не допрыгну, наверное. Нет. Ах, ё-моё. Давай отсюда попробуем прыгнуть. Нет, не получается. Ай, ладно. Надо убиться. И пробовать еще раз. Так, а так вот, так и так. Сейчас попробуем. На этот раз должны
Должны забрать ключик. Опля, смотри. Совсем... Ай, сантиметра не хватает. Ладно, сейчас отсюда попробуем прыгнуть. Ай, что, нет? Не получается? О, есть! Получилось, ребятушки, мы открыли. Открыли замочек и идем дальше. Так, а здесь, смотри, хамелеон. Мы видим, что есть зеленый цвет, красный и желтый. Давайте начнем с желтенького. Опа! Зеленый, смотри. Так, а ну-ка, не успели? Так, а ну-ка, сейчас ждем. Так, вот, желтенький. А, вон, как надо толкать, что ли? Так, есть, не знаю, правильно мы поступили или нет. Сейчас попробуем. Да, правильно. Наверное, может быть и нет. Ну, сейчас проверим. Сейчас, ребятушки, проверим. А, нет, толкать его надо, смотри. Его надо толкать. Так, у нас вот эти вот ключики есть. Ага, ага, не получилось. Да ё-моё. Что не так-то? Ну, давайте заново. Заново попробуем. Так, давайте начнем потихонечку. Знаешь, как сделаем? Ну, давай зеленого начнем, ладно. Попробуем зелененького. Хотя это не точно, но проверим теорию. Так, а ну-ка. Опля. Прыгаем. Берем зелененький ключик. Так, ребята, и ждем, когда зеленый загорится. Ее, зеленый загорелся, хорошо. Теперь желтый берем. Так, ждем, пока загорится желтенький. Опа, и теперь красный. Красный, 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 ребята, и мы откроем. Да, вот отлично, ура, у нас получилось. Хорошо. Так, а смотри, 42 уровень, нужна отмычка. Хорошо. Так, зайдем. А, вон как. Подожди. Это надо вот так вот просовывать его. Ой. Подожди. Еще раз. Так, есть. Есть. И еще раз. Отлично. Да, это было несложно. Совсем несложно, ребята. Так, и у нас 43-й, получается, беспорядок. А-а-а. Здесь это можно двигать, смотри. Так, кто где что стояло? Давайте вспоминать. Вот эта штука стояла где-то здесь. Есть. Так, вот это у нас лифт. Да, лифт? А, нет, это не лифт. А, может, лифт? Так, вот эта штука где-то вот здесь стояла. Так, это стояло у нас, ребята, где-то здесь. Точно. А эту куда поставить? Это наверху вот здесь стояло, я помню. Так, вроде бы все. Да не все. А где еще запчасти? А, вот еще запчасти. Так, все, давай. А эту куда поставить? А, вот как, все. Мы поставили. Хорошо. Наверх надо было ее ставить, а я куда-то ставил. Да, мы тут все помним, эту тюрьму. Даже? Потому что мы сколько уже. Сколько мы серии уже, ребятушки, сняли? Конечно же, мы это помним. Так, а ну-ка, все. Теперь забираем ключик. Оп, а дверка открывается и выходим наружу. Домой. Опа, ну домой мы не попали, и у нас тут головоломка, ребята. 16 минус 0, минус 6, минус 8, минус 1. Что это значит за цифры такие, а? Угу. 16 минус 0 получается, 16 минус получается... Нет, это не так. 16. Первая цифра 16. А, вон что. Так, будем методом тыка. Не 7 и не 2. Может быть 3 и не 3. Может быть тогда вот 6 вот это вот. Сейчас попробуем. 6? Нет, и не 6. Значит, какой-то ящик, который сверху. Ладно. Так, верхние ящики. Так, посмотрим. Аккуратненько надо. Либо 4, либо 5. А что ж так, что ж выбрать-то, 4 или 5? Давай попробуем 4. А, нет, не 4, значит, надо было все-таки 5. Ничего не понятно. Ничего не понятно, ребятушки, как же здесь выиграть? Ну, давайте попробуем 5. 5. Я такой удачливый, я выбрал, все выбрал, которые неправильно, да? Нормально вообще явление?
Я считаю, это ненормальное явление. Пятерочку сейчас возьмем, попробуем. Пятерочку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте прыгнем. Ай, нет, умер. Умер, ребята, значит, не судьба у нас сегодня это открыть. Будем открывать завтра, скорее всего. Ну, а вы не забывайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы знаете ответ в этой, получается, комнате, в этой серии, то поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий, как же ее проходить. Какие ящики нужно сначала открывать. Ну, а об этом мы узнаем в следующем ролике. Так что подпишись, поставь колокольчик, не забудь нажать, чтобы видеть всегда новые ролики, которые выходят. Ну а сегодня мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока!